Мы с Богданом сегодня отправляемся на концерт группы KISS. У нас сегодня такой здесь дождик. Самое, когда мы выходили, такой сильный дождь. Такой рокер, почти тяжелый рок дождик. Да. Вон все накидано. Мы не были фанатами, так скажем, любителями этой группы в свое время. Во время ее. Да не полихатами. Пика популярности. Ну, наоборот, фанатами. Ну, на концерте побывать в любом случае нам интересно. Раз предоставилась такая возможность, мы еще надеемся на это. Мы всю жизнь мечтали, сюда специально приехали, чтобы попасть на группу. Мы знали, что у них последний тур, да. Вот он заканчивается тут уже вот скоро. Вот, и поэтому нифига себе, мы просто. Ну, надеемся, что все-таки попадем. Вот, еще билетов у нас нет. За ними ехали, ехали, приехали. Надеемся их получить и попасть. Так что, если попадем, вы тоже с нами вместе сможете увидеть в некоторой степени этот концерт. Дождик уже закончился, слава богу. А то прямо такой ливень начался, когда мы выходили. Пойдем по набережной, мне там больше нравится. Да нет, по дороге пошли. Лучше можно. Богдан. Богдан любитель пошутить и попротиворечить. Не, ну, какие могут быть шутки? По дороге он. Ну да. Смотри, какая речка такого серого цвета. Потому что небо серое и отражается в речке эта серость. Но все равно. Речка есть речка. Все равно красиво. А там впереди она как серебрится. Красиво. Там. Сейчас будем проходить. Там солнышко чуть-чуть. На улице сейчас у нас тепло, но дождливо. Ну, мы одели курточки, потому что, как правило, уже там после 9 вечера температура начинает резко падать. Да, Богдан? Богдан даже он одел курточку. Еще свитер с собой взял. На всякий случай. Еще у Богдана вот такие вот штанишки непромокаемые. Их можно одевать сверху. А джинсы они такие легкие. В общем, очень удобные. На все случаи жизни. Да. Когда дождь, нужно одевать, чтобы потом мокром не ходить. У меня таких штанишек нет, Богдан. Тебе не повезло. Мне не повезло. А Богдан себе прикупил. В общем, красота. Нам сказали прийти пораньше, потому что, как я понимаю, билеты там сегодня пользуются большой популярностью. Сейчас будем смотреть, как там девушка тоже раздетая. Ну, тепло. Интересно, сколько сегодня градусов? На днем так прямо я выходила, парка было, вот как перед дождем парила. Посмотри. 19. Вот, сейчас у нас 19 градусов. Ну, в Харькове мне говорили, сейчас жара стоит. У нас вот так. Не жарко, не холодно, такая температура умеренная, я бы сказала. Такие вот здесь домики прямо возле речки с видом на реку.
Внизу такие вот балкончики, там можно барбекю пожарить. Мы там проходили, видели. У одного там какое-то такое яйцо стояло, которое можно делать всякие блюда на углях. Зеленое яйцо. Да, зеленое яйцо. Ну, давай место уступим. Я проеду. Нормалек. Это он так спасибо сказал, да? Нет, ты снимаешь, он видит, что снимает. Это он на видео, я думала, типа... На видео, видите, что это видео. Ну, хорошо. За что тебе спасибо? Ну, что я ему дорогу уступила. Ты так по своей стороне едешь, не по своей еды. Смотри, какой балкончик открытый, а рядом такой застекленный балкончик. Очень удобно. И так вот вечером приятно так посидеть. Вот у людей там такой диванчик стоит, кресло. Еще там вот кресло. Смотри, какой. Какой кран здесь, такой большой. Это как бы у них тут исторический такой объект. Людей там стоит, своя очередь большая. Это огромная, посмотри аж, где она заканчивается. Даже больше, чем на Pink Floyd. Правда, они так разбрелись просто. Pink Floyd более так тесно стоят. Ну да, мы немножко раньше идем. В начале концерта должна быть вроде бы какая-то группа на разогреве. Нам вначале писали, что концерт немножко позже начнется. Потом оказалось, что раньше. Девочка с мальчиком, он белый. Угу. Ну да, лица он. Лица разукрашены. Да, людей много. Да только, наверное, с билетами, чтобы зайти, как и очень. Да, это с билетами, чтобы зайти. Да. А вон смотри. Наверное, фан-клуб стоит. А, нет, с этой стороны тоже такая очередь. Ну, это просто люди пришли пораньше, чтобы быстренько сейчас пивка набрать там. Чего-то там, в этот, купиться. Ну да. Что-то такое, наверное, какой-то беспредел ожидается. Ну, будем смотреть. Ну, кис, ну, можно тоже найти. Может, у него тоже какой-то кис есть, кис футболочка. Кис футболочка. Как весело. Надо было посмотреть. Ну, это Лед Зеппелин. Так себе. Зеппелин еще рано. Да, народу полно. Два билета. Сейчас мы посмотрим. Интересно. Чуть.
200 даже. 100-200. Булочки по 45 фунтов. Да, тоже еще. Пойду посмотрю какие-то. Продаются. Это внизу там все стоят. Ага. То, ну, как бы, непонятно. Еще там билеты. Ну, наверное, стоячие дешевле обычно. Внизу можно любой постоять. Можно спуститься из сидячих мест вниз и стоять, если ты хочешь подойти ближе. Я думаю, что пустят. This next song is our latest single. It's called Paradise. Here's to the boys in the song.